Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Аня. И сегодня мое видео о покупках из магазина Fix Price. Вот такой большой мы пакет купили. Разных штучек интересных. Сейчас вам все буду показывать по очереди. Так, первое, что мы купили, это ракетки. Играть в бадминтон. Потом взяла вот такой чай уже второй раз. С грейпфрутом. Дальше взяла вот такую чашечку с крышкой для салата или можно на природу с собой брать. Вот такая чашка. И крышечка. Вот. Так, дальше взяла вешалки. Вот такие, здесь их 5 штук, стоят они 55 рублей. Вот. Бадминтон. Ракетки 99 рублей стоят. Так. Дальше взяла вот такой набор еще. Давно хотела вот такую лопатку. Тут разные. Их тут 6 штук. Лопатки, половники, шумовка. Стоит 99 рублей. Такой набор. Там были еще розовые, но я взяла зелененькие. Так, следующее. Вот такой сок ребенку. Это вишня. Потом взяла вот такие. Это масло для маникюра и педикюра. Вот такие капсулки, их кидаешь в воду в теплую, они растворяются, и потом там делаешь, короче, ванночки для рук, ну и для ног тоже. Дальше и взяла валанчики еще. Здесь их 6 штук. Стоили они, по-моему, 50 рублей. Так, еще что, взяла вот такую заколочку. Так, вот такая заколочка. Вот. Дальше. И еще взяли вот такой сок. Соки, по-моему, по 16 рублей. Так, и последнее. Я взяла, это вот минеральную воду газированную. Вот такую. Такие мы покупки сегодня совершили в магазине Fix Price. Так, еще шли мимо рынка и купили, и не удержались, клубничку. Такая большая краснодарская клубника. Пахнет. Не смогли пройти мимо. Вот. Пишите свои комментарии, ставьте лайки. Подписывайтесь обязательно на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Вступайте в мою группу ВКонтакте. Ссылка будет под видео. Вот. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.